Так где же мы? Просто жесть какая-то, что с этим кристаллом, что с Фордом. Придется идти дальше, искать Клементину. Так, на землю я Эшу уже чувак, забери. И все же, чтоб красный кристалл, я тебе... Подобные редко ступают по этой. Сначала Креллы. Это лишь слабо. Враг императрицы уже давно не бывал в Яэше. С тех пор, как его освободил другой Покультек. Таковы перемены. И да... Увы, мало что известно. Хотя многое требует разоритель, гроза бессмертных, а красный, если Покультек хочет спасти свою жизнь и свой мир, придется выследить и убить разоритель. Много что? Разве я не ясно выразился? Этот зверь принял сторону врага всего живого. Зверь не одинок. Ему на верность присягнули леймеры. Когда-то леймеры служили вечной императрице. Но потом многие из них поверили лживым речам разорителя и предали фавнов. Берегись, Покультек. Они не уймутся. Опаснее, чем думает Покультек. На обмен? Пожалуй. Деньги мне, разумеется, ни к чему, но Покультек может оставить взамен то, что пригодится другим. Бери, что хочешь, Покультек, но оставь то, что считаешь равноценным. Пусть это будет дань балансу и дар фавнам. Маски, что там?
надеюсь, что этот дар послужит Макультек так же верно, как служил Макультек. А еще я надеюсь, что в отношении Макультек отзовется эхо в ручье. Так, бою. Thank you.
Thank you.
I
все в ход. Очень даже неплохо. Встречу ей. Тяжело и наружу нервничать. Ну что делать, если не выиграть? Несчастье.